Ребята, всем привет, с вами Александр, всех с Новым годом, у меня сегодня первое число, то бишь Новый год, у вас, скорее всего, второе число, да, ну, неважно, всех с наступающим Новым годом. И вот и у нас подарочек, награда за наш стримчик с вами, Ютиранус набор. Вот такой вот у нас уникальный хищник. Да, у нас он теперь доступен на рынке. Давайте сейчас мы пойдем на него поглядим. Так, ну хорошо, что остались вот эти вот штучки. Кстати, давайте скриншотик сделаем. Что они никуда не исчезли, вот такие вот игрушечки. Интересно, у кого-то, ребята, из вас есть вот такая вот игрушка с динозавриком, вот с ДНК? Прикольно, интересно, они... Ну, где-то же, наверное, они продаются. На Алиэкспрессе, на том же, наверное, думаю, можно найти такие новогодние игрушки какие-то с динозаврами. Так, а мы и идем в гостевой центр. Ищем все существа, хищники. Так, ищем нашего Ютирануса. Перейти. Вот так вот выглядит наш Ютиранус. Давайте глянем на его изначальную форму. В общем-то, он изначально у нас уже в перьях, в перышках, так сказать, да. А что значит словарь? Да, сюда перейти. Вернуться обратно. Вот так, ну, из него делается гибрид. Делается Юдон. Из Ютирануса и Траадона делается Юдончик. Ну, естественно, они должны быть 40 уровня. Вот здесь вот кнопка слияния появилась. Так вот 20-й, ничем не выделяется. И 40-й. Ну, полоски появились, да, перышко. Ну, прикольно выглядит, зачетно. Красота, смотрите, как черепушка у него блестит. Молодчинка. Так, давайте заглянем теперь, что у нас там есть по турнирам. Кайвекия. Так, у нас есть эволюционная борьба. Здесь что-то серьезное, да? Да, здесь серьезно. Здесь серьезно, но сюда мы сейчас тогда и пойдем, ребятки. Так, у нас есть Кайвекия. Здесь тоже достаточно все серьезно. Так. И еще вот этот обыкновенный, да, супер редкий. Ну ладно, давайте, значит, с Кайвекии даже начнем. Вообще-то мы здесь что-то можем порешать. Конкретные, вот это вот, да, проблема. Ждем нового супергибрида. Надеюсь, это будет птерозавр, аланкелодок, что-то типа того. Хотя, вряд ли. Но вот с этими вот амфибиями это самая большая беда, да. Чем с ними разбираться? Удар 3300. Это просто ахтунг. Если взять 4000, есть ли кто-то более жирный? Птерозавр. Есть более жирный птерозавр. Это у нас Эудиморфодон. Вот его можно взять. Теперь можно взять какого-то... Ну, Горгозуха. Допустим. Ну и Метриофодона, хотя, блин, что-то я сомневаюсь. У нас слишком мало жизни у наших существ, чтобы как бы разобраться с этим вопросом. Ну, баллы нужно накапливать, потому что Нундагозавр нас за два не пробивает, конечно. Но вот это вот чудовище атакует, ну, кто бы сомневался. Но опять же, у нас есть возможность поднакопиться. Да, ну, блин, один получается, один Диморфодон должен пробивать двоих динозавров. Это, конечно, печально. Ну, хотя, если он сейчас не проатакует, у нас, наверное, будет чуть получше ситуация. Но он проатакует. Конечно же. Так. Раз, два, три, четыре. И сколько эти парнишки бьют? Два удара мы выдерживаем. Вот если выдержим, то отлично. А если нет, то это провал. Давай, Саркозух. Два выдерживаем. Конечно же.
6500. Блин, тупо потратил 2 балла в никуда. Вот это вот все, это нас вообще-то может похоронить легко. Так, ну пока что мы живы. Ну я думаю, что он нас все-таки проатакует и мы победим. Ну а так бы у меня было на 2 балла больше. Ну либо если бы я поставил 3, было бы вообще потолок. Молодчин. Ух, ну этот бой мы затащили. Ну с амфибиями да, так тяжело сражаться, но хорошо, чтобы было 2 и 1. Один хищник и 2 амфибии. А если был бы еще там какой-то травоядный, то было бы печально. Так, ух ты, кулазух, да, на 6000. Блин, а это самые сильные существа. Черт подери. Черт подери, ребята. И вот это вот печалька, да. Смотри, я ставлю летуна, он подменяется на хищника. Допустим, я поставлю... Давайте пахигалозавра. Ну и давайте Юдона. Блин, я могу на пятерку его ударить, но он меня за 2 удара. Ему даже подменяться, в принципе, не обязательно. Но он все-таки подменился. Это капец, какие они мощные здесь. Так, ну дальше я уже не буду ставить защиту. Что-то пошло не так. Я вообще-то должен был подмениться. Мне чем Кулазуха убивать? Я вообще про это не подумал. У меня же Метреходон должен был пробивать Кулазуха. А теперь что получается? Юдон это должен сделать? Он подменился, у него 3 балла. Атака на 2 и убил. Это читерство вообще. Ну откуда он знал? Взял вот тупо на 2. Вот. А то, что у меня там оставался 1 балл, то есть как бы на это всем пофигу. Ну все, я трачу все баллы, чтобы его пробить. И мы пролетели. Печаль, беда. Вообще без шансов здесь. Это было больно. Дело в том, что у меня как бы особо ситуацию исправить некем. Ту-ду-ду-ду-ту. Есть план номер 2. Допустим, я возьму какую-то амфибию. Ну, блин, на самом деле не важно, кого я возьму. Ну, амфибию, да, чтобы бонуса не было по нему. Допустим, амфибия. Кто мне тут самый жирный? Ну, опять же, Горгазух. Но он его пробивает практически за 1 удар. 9000. Ну, с таким же успехом я могу взять и хищника. Ничего себе, $1000, чтобы его освободить. Офигеть, 4 дня занят. Это, блин, издевательство. Так, ну, берем эрлихозавра. То есть он один удар по любасу выдержит. Но тут нужен птерозавр, который сможет его пробить как-то побыстрее, но... Ну, никак. Кто у нас тут может что пробить?
Будет бить 3000. Теперь до устра. Но у него капец как мало жизни. Он не выдерживает даже один удар. Может, тогда лучше птеродактиль, ему хотя бы цератозавр один удар может выдержать. Ну вот так вот. Шанс небольшой на победу. Он сейчас меня атакует на 2, потом я ставлю 2 в защиту, он меня атакует снова на 2. Я ставлю тоже 2 в защиту. Сейчас он у меня снова на 2. Теперь я поставлю 2. Он меня атакует на 3. Ага, даже на 1. Хитрец какой. Так, момент истины. Если атакует не на 5, на 4. Ну вот читер, гад. Гад-то какой. Мне лишний балл нужно тратить. Вот так вот. А он, ну хорошо, хоть поставил защиту. Ну а теперь что? Теперь он бьет на 3. Не, на 4. Ребят, он должен ударить на 4. То есть мой расчет тот, что я взял, не птеродоустра. Он должен на 4 бить. На 4. Да! Мы, походу, затащили этот бой. Видите, какие мелкие штуки решают исход судьбы. Взять птеродоустра на 2900 жизни, на 2600. Или птеродактиля на 3300. Так, надеюсь, я 3 удара выдерживаю. 3 удара. Блин, надо было 2 поставить все-таки для надежности. Хотя, фух, нам повезло. Не знаю, пробил бы ли он нас или нет на 3 удара. Там было бы 6000 плюс бонус. Но мы его точно пробиваем. Так, а теперь вопрос. Если будет вот... Ты дайте 3 травоядных. Вот тогда мы победим точно. Если будет опять какой-то микс, то уже нам не кем сражаться, ребята. Нам просто не кем сражаться. Хищники. Это неплохой расклад. Смотрите, бьет 6000. Так, ну тут Горгазуха можно взять. Вот такую, то есть трешку, но он 2 удара все равно не выдерживает. Атака. И что, 2 эндораптора? Да, цыпленка возьмем. Цыпленочка, он будет повеселее. Ну, вот так вот. Хотя. Может, я и зря первым поставил? Хотя 2500 мне не зря. Но нужно защищаться, 2 удара мы не выдерживаем точно. Ничего, мы держимся, моя стратегия работает. А вот теперь уже не стоит защищаться. Потому что он бал вот этот перенес. Так, хорошо, что у него пахи идет вторым, да, он как бы не так больно бьет, всего лишь 2. Раз, 2, 3. И 1, 2. Походу побеждаем, ребята. Не будем, конечно, загадывать сильно далеко, но шанс на победу у нас 80%. Умничка. Он решил, думал, что нас пробьет. Ну, теперь у нас 100% шанс на победу. 18400. Ах!
Чем сложнее бой, тем слаще победа. Конечно, 5000 это больно, но мы ответим еще круче. Смотрите, у нас в два раза меньше жизни и почти там в два раза, на 2000 меньше удар. Но это нам не помешает победить. Цыпленок просто на закуску съест мегалозавр. И мы получаем Кайвекию, ребята. Легендарный динозавр. Не динозавр, конечно, рептилия. Да, и давайте пойдем-ка поглядим на нашу Кайвекию. Она у нас где-то здесь, в пучине морской. Вот она, дорогая. Вот так вот она выглядит на первом уровне. Видите, она такая незамыленная, без голубого фильтра. Да. Ну, вот так вот она выглядит. Смотрите, такие вот щупальца. Щупальца у нее. Давайте даже мы вот покормим сейчас нашу первую. Питается она у нас какими-то сардинами. Ом-ном-ном. И пошла, 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 пошла. Вот такая вот у нас рептилийка, ребята. Ну, а на этом все. Всех с наступившим Новым годом. И до скорых встреч. Всем пока.